трехкратный победитель Евролиги, обладатель Кубка Европейских чемпионов. Ого! А ну-ка похлопайте этой команде. Вот так. Клубы продолжают проводить в школах уроки хоккея с КХЛ. В Магнитогорске пока самые легендарные учителя. Сначала Сергей Мазякин, теперь Василий Кошечкин. Вася и про хоккей рассказал, и бойца снарядил. Даже буллит пробил. Закрепил теорию практикой. Ой, ну мероприятие хорошее, спасибо, что позвали. Я первый раз участвую в подобных мероприятиях. Очень понравилось. Очень много детишек узнали о хоккее. Познакомились с клубом «Металлург». И в моем лице я рассказал про такую профессию, как вратарь. И нужно развивать детей, приучать их к спорту, чтобы они развивались как, не только как личности, но и как спортсмены.